Теперь вакцинироваться могут не только взрослые, но и подростки. Препарат Гамковидвак-М разработан специально для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Новая вакцина уже прошла клинические исследования и поступила в поликлиники. Я считаю, что надо всем побыстрее привиться, потому что уже устала от коронавируса в своей жизни. Хотелось бы, чтобы поскорее это все закончилось. Хочу ходить по улице, посещать разные мероприятия без всяких ограничений, чтобы спокойно ходить, не бояться заразиться. Александра учится в 11 классе. Впереди у нее вступительные экзамены, так что болеть времени нет. Ее родители уже давно вакцинировались, теперь у Александры тоже появилась такая возможность. Все в порядке. Со мной все отлично. Прививка Гамковидвак-М разработана на основе уже известной вакцины «Спутник Ви». Технология производства та же. Ученые только скорректировали дозу для детского организма. В третьей фазе клинических исследований принимали участие 3000 подростков. Как и полагается, вакцину сравнивали с плацебо. Препарат доказал свою эффективность и безопасность. Раньше, допустим, у нас в первую, вторую, третью волну был перекос на взрослых, и дети болели в меньшей степени. Или были просто положительные. У них ПЦР приходил, но бессимптомно. Теперь мы отмечаем именно заболеваемость среди детей и с достаточно такими серьезными осложнениями. То есть дети у нас госпитализируются, дети после перенесенной коронавирусной инфекции находим множество осложнений, мультисистемных осложнений. Вакцинация, так же как и в случае с взрослым спутником, проходит в два этапа. После прививки пациент в течение 30 минут находится под наблюдением врачей, а потом может сразу вернуться к привычному образу жизни. Первый же день вакцинации мы провакцинировали 9 подростков. Приходили дети и самостоятельно, которые самостоятельно принимали решение, что им нужно вакцинироваться, и я очень рада, что они так серьезно относятся к своему здоровью. Чтобы сделать прививку, ребенок от 12 до 15 лет должен получить согласие от родителей. А тем, кому уже исполнилось 15, могут сами принимать решение о вакцинации.